Здравствуйте, меня зовут Глафира Сероглазова, мне 13 лет, я живу в Финляндии, город Турку. Молодежная организация «Альбатрос». Константин Симонов. Майор привез мальчишку на лафете. Погибла мать. Сын не простился с ней. За 10 лет на том и этом свете ему зачтутся эти 10 дней. Его везли из крепости, из Бреста. Был исцарапан пулями лафет. Отцу казалось, что надежное место отныне в мире для ребенка нет. Отец был ранен, и разбита пушка, привязана к щиту, чтоб не упал, прижав к груди заснувшую игрушку. Седой мальчишка на лафете спал. Мы шли ему навстречу из России. Проснувшись, он махал войскам рукой. Ты говоришь, что есть еще другие, что я там был, и мне пора домой. Ты это горе знаешь понаслышке, а нам оно оборвало сердца. Кто раз увидел этого мальчишку, домой дойти не сможет до конца. Я должен видеть теми же глазами, которыми я плакал там, в пыли, как тот мальчишка возвратится с нами и поцелует горсть своей земли за все, чем мы с тобой дорожили. Призвал нас к бою воинский закон. Теперь мой дом не там, где прежде жили, а там, где отнят у мальчишки он.